Кирилл, вот как считаешь, насколько важно делать зарядку по утрам? Специально для эфира я скажу, что это невероятно важно и нельзя начинать свой день без зарядки. Ой, мы все равно знаем, что ты много ходишь. Я артикуляционную делаю. Вот тут не совру. Обычную, ну, разве что только вместе в нашем эфире. Вот вместе с нашим тренером обязательно нужно делать зарядку. Друзья, это очень полезно, ведь если мы не делаем элементарные физические упражнения, то возникают проблемы с позвоночником, пищеварительным трактом, сердечно-сосудистой, дыхательной системой, снижается тонус мышц, организм страдает от недостатка кислорода и быстрее наступает старение организма. Кто этого хочет? Да никто. Никто этого не хочет. Чтобы этого всего избежать, я предлагаю прямо сейчас начать разминаться. Все, внимание на экран. Автобюро. Широкий ассортимент запчастей для мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и другой мототехники. Расходные материалы, масла. Мы сотрудничаем только с надежными поставщиками, чтобы обеспечить вас качественными запчастями по выгодным ценам. Приезжай в автобюро. Билимбай, Ленина, 223. Доброе утро, меня зовут Мария Шакирова, и сегодня мы начнем день с йоги. Ложимся на спину. Руки вдоль тела, на вдохе поднимите ноги вверх и несколько раз делаем движение стопами. Стопы на себя, от себя. Сейчас ноги сгибаем в коленях и вытягиваем вверх, стопы на себя. Фиксируем ноги вверху, руками захватим себя за голени, за куда получается, и сложно можно пониже. И потянем ноги к себе. Несколько дыханий здесь. Стопы на себя, приподнимаем плечи и лопатки и тянемся вверх, либо к пальцам, либо к потолку. Дышим несколько дыханий. Плавно опускаемся, опускаем стопы колени на ширине таза, руки на линию плеч. На выдохе плавно опускаем колени вправо, голова влево. Вдох, поднимаем вверх, выдох в другую сторону. Вдох, вверх, еще выдох. Вдох, выдох. Вдох, еще выдох. Вдох, выдох, остановимся, потянем колени к себе, руками возьмем себя за колени и делаем круговые движения коленями, внимание на поясницу. И в другую сторону. Теперь колени вместе и делаем круговое движение, колени вместе. Внимание на поясницу. И также в другую сторону. Отпускаем стопы на коврик, стопы колени на ширине таза, лобковая кость мягко на себя. Руки вверх, большие пальцы перекрещиваем и мягко, приятно вытягиваемся. Отлично. Возьмем себя руками за колени, пятки тянем вперед, лопатками тянемся назад.
На этом наша практика подошла к концу. Всем хорошего, бодрого дня.